Эй, ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Ну что это у нас с вами, возвращение Планет Костера? Дело в том, что в игре вышел патч аж на целых почти 102 гигабайта, куда подтянули оптимизацию, затянули новые приколюхи, новые постройки, новые фишки, в общем, много всего нового, но придется начинать все с самого начала. Да, ребят, мы будем сами создавать наш парк аттракционов, естественно, с нуля, опять же таки с небольшим изменением насчет того, что мы не будем это делать на предыдущих локациях, где мы сами это раньше делали, а пойдем куда? Правильно, вот именно правильно ты сейчас подумал об этом, мы идем в тропики. Ведь именно там мы сможем воссоздать очень крутую атмосферу. Я просто тут задумал тематику пиратства сделать. Мне кажется, она очень круто туда зайдет. Вот просто круто. Естественно, у нас с вами будет и технозоны, и какие-то другие там места. Вот, серии будут не очень большие, где-то минут по 15, чтобы спокойненько можно было насладиться всем тем кайфом, что мы с вами будем создавать. Вот, ну а также всякие разнообразные пожелания в виде построек обязательно пишите в комментариях. Кстати, по поводу построек. Их здесь столько дохрена много. Вот их вот действительно очень много, что по сути в Planet Coaster'е можно вообще не выпускать никакие патчи с новыми зданиями, потому что огромное количество мододелов, их постоянно создают, постоянно что-то делают, и Steam-мастерская, она просто усыпана, буквально, она действительно усыпана обилием разнообразных горок и всех остальных вещей. Единственное, что я такой очень сильно надеюсь на то, что все-таки оптимизация будет получше, и количество посетителей, и количество построек будет намного больше, чем мы с вами когда-либо раньше делали. Ну да ладно, хватит болтовни, болтологи так все прекрасно знают и понимают, что это будет ультра круто и весело. Кстати, по поводу аттракционов, мы будем кататься на всех, да-да. Играть. Значит, выбираем с вами челлендж однозначно, потому что песочницы у нас там ведут бесконечные деньги, нам это в принципе не интересно. Хочется, чтобы была экономика, поэтому берем ее. Берем челлендж и выбираем территорию. Вот они наши территории. Поле, пустыня, да? Смотри, он улыбается, смотрит такой, да-да-да, братан. Мы идем в тропики, начни свой парк. Ага, да, окей, мы просто идем в тропики. И вот что нас с вами встречают. Вы посмотрите, какая красота, бля. Ну, это реально круто, действительно. Ну, прямо место для пиратства вот просто must have, как говорится, да? Так, доступны челленджи, это все нам ясно, понятно. С управлением мы вроде как разберемся, да вспомним. У нас с вами есть аж целых 8 тысяч долларов. Ну, да, в принципе, будем, конечно, за деньгами следить, но стараться также это все дело приумножать. Так, по поводу, кстати, декораций. У нас их огромное количество, а это только не те. Это не те декорации. У нас с вами тут есть вариантик один. Он прямо-таки сейчас слабый. Я попробую его сейчас найти. Вот он у нас, правда, стоит он, короче, 200, блин, мне кажется, это овер дофига, на самом деле, для старта, да, для старта нашего парка. Но, мне кажется, он будет логическим продолжением, вот через такой мостик, это во-первых, да, и он будет встречать людей. А внутри, кстати, мы с вами можем сделать что? Правильно, у нас внутри будут несколько магазинов, то есть у нас люди будут заходить и сразу же что-то будут покупать, и это радует. Единственный момент, опять же таки, либо нам его сюда как-то вывести сейчас, да, либо все-таки продлить от входа. С одной стороны, казалось бы, наверное, все-таки можно это как-то тут сделать, но с другой стороны, мы вот здесь уже не сможем туда, вот внутри этого кольца не сможем туда воссоздавать уже точки для продаж. Поэтому давайте, наверное, да, будем пробовать все-таки как-то где-то вот так. Вот, отлично, мы его опустили на землю и сейчас выберем определенный уровень. Вот такой, наверное, да? Чтобы все камни касались земли, вот так вот. Так, а по поводу уровня, наверное, вот так вот. Отлично, слушай, вот так вот неплохо, мне кажется, зайдет, да? Жбоньк, все. Вход наш основной с вами построили. Давайте посмотрим, как у нас это дело будет выглядеть. Окей, люди здесь заходят. Не будем здесь какие-то ставить огромные арки. Будем делать именно такую стилистику джунглей, да? Так, вход мы сделали, люди заходят. Единственное, сейчас мы сделаем дорожки. И надо поставить будет парочку аттракционов, да? Для того, чтобы люди могли вообще хоть как-то что-то там у нас... А кто там стреляет-то? А, это у нас вот на горе. Окей, да. Так, кстати, ребята, запись идет в 4К, поэтому, повторюсь, желающие понасладиться вообще по кайфу, обязательно переключайте по максимальным своим возможностям. Так, дальше. У нас идет дорожка. Ох, какая большая дорожка. Это чересчур жирная она. Давайте сделаем чуть-чуть попроще, наверное. И вот так вот здесь прям-таки в аккурат. Ее вот так вот. Слушай, а, блин, а прикольно получается, скажу. Вот так аккуратик его проведем. Так, а что у нас с той стороны? Отлично. Ну, примерно так ее пока оставим. Нам дальше пока, в принципе,
не имеет значения, да? Так, помимо всего прочего, нам надо с вами будет сделать, давайте для разнообразия поставим какой-нибудь магазинчик. Ну, естественно, раз мы с вами начали с пиратской тематики, надо найти что-то из пиратства. Ну вот, например, у нас с вами есть один магазинчик. Сейчас мы попробуем его как-нибудь, куда-нибудь внедрить. Так, ну, предположим, у нас он будет стоять прямо-таки около входа. А, нет, давайте, наверное, около скалы вот здесь его поставим. Мне кажется, он здесь будет лучше смотреться, да? И где-нибудь вот так вот. Все, отлично, выпускаем. 300 тысяч он у нас стоил. А дальше мы что-то... О, слушай, у меня какой-то дабл пиратств. Ну, это что-то мега крутое. Это для входа, наверное, да, требуется у нас? Так, фуд. Ага, это у нас здесь... А, у нас здесь еда, блин. Смотри, у нас внутри корабля огромная куча еды. Тут гамбургеры какие-то и... гамбургеры и сосиски, короче. Сосиски в тесте. Кстати, сосиски или гамбургер, что бы ты выбрал? Я бы, наверное, выбрал сосиски в тесте. Блин, зараза, вкусные они. Так, это мы оставим на прозапас. Обязательно чуть потом воткнем. Так, он, есть что-то из магазинов? Вот, у нас еще есть один фуд. Фуд, конечно, хорошо. Давайте, конечно... Не, ну, хотя, с другой стороны, закусочную здесь сделать, наверное, прямо при входе. Ну, такое себе, да, казалось бы. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Зашел, похавал, короче, взял шляпку себе и пошел кататься. Ха, нормально, чё. А это у нас что-то пиратское. Пиратское что-то там, так. А здесь у нас продают... пиратские сосиски, короче, да. Ну, в принципе, давайте, наверное, давайте туда поставим, да, еду. Вот такую, пускай это они. Неважно, в принципе, где у нас будет что находиться. Главное, чтобы было в общей стилистике, правильно? Правильно. Поэтому поставим еду вот сюда. На заднем фоне обязательно что-нибудь с вами воссоздадим еще. Так, это у нас гамбургеры, да. А вот это у нас сосиски будут. Вот тут. Они как раз-таки еще не сверхдорогие, по 300 тысяч, в принципе. Ну, по 300 долларов, грубо говоря, да? Отлично, нам подойдут. Тем более, вот в этом месте у нас с вами будет небольшое расположение исключительно продуктов, маленьких точек. Ну, а все уже крупничковое мы с вами вытащим куда подальше. Так, отлично. Все, это у нас с вами работает. Погнали дальше. Хотелось бы, конечно, прямо на самом входе поставить какую-нибудь зубодробительную горку, чтобы люди прямо блевали во все стороны и бежали обратно, покупали всякие гамбургеры. Ну, в общем, знаете, такое какое-то некое величие. Вон здесь у нас даже горка, почему она называется «Колосс». Но, к сожалению, блин, прикольно выглядит, но, к сожалению, она у нас не подходит по финансам. Хотя, слушай, классно бы выглядело, мне кажется, реально очень было бы круто, да? Да, слушай, какая она вообще крутая, юперный бабай. Мега крутая, вот она, все, она загрузилась полностью. Но нету возможности ее сделать. Кстати, а с другой стороны, мы знаете, как сделаем? Мы вот здесь кусок просто земли оставим, да? Прямо при входе, вот здесь. И как только у нас с вами будет смазка косых, мы сразу ее прямо здесь и воткнем. Ну, только, естественно, мы ее вот так вот развернем прямо при входе. А пока мы отправляемся в аттракционы. Думаю, наверное, первым мы с вами, который построим аттракцион. У нас он стоит 2680, это называется «Безумие». Так, единственное, что вопрос, как и где нам его разместить. Теоретически у нас с вами границы земли идут вот тут белые полосочки, да, идут штрихи. И, в принципе, туда еще много, очень много свободного места. Поэтому, давайте, наверное, сделаем следующим образом. Сейчас мы на максимум удалимся, вот у нас гора, как раз-таки полоска идет. Мы тогда будем мелочевку, всякие мелкие аттракционы ставить вот здесь. Основные декорации будем ставить по центру, а тематику, естественно, будем гнать тогда на правую сторону. То есть тематику пиратства, да, как раз-таки здесь вода идет, мы ее продлим, и никто будет дальше смотреться. Всякую горную и скальное направление пойдем вот сюда гнать с вами, вот в эту сторону. Пускай у нас люди будут гулять по парку. Ну, а всякие фуды будут по всей территории разбросаны. В принципе, думаю, так, да. Тем более мелкие карусельки, они отлично заполнят вот этот кусок земли. Единственное, только надо будет покупать огромное количество пальм, делать какие-то возвышенности, чтобы это людям было интересно, ну и так далее и тому подобное. Вот, пока что мы это оставим первый сами вот здесь. Жбоинг. Наш аттракцион. Так, естественно, мы ставим место входа, предположим. Мы сделаем его вот тут. И место выхода нам тоже надо сделать. Сделаем его вот здесь. Так, дальше. Дальше нам требуется сделать путь. Так, во-первых, путь ожидания. У нас он пойдет с вами... А, ты смотри, мы можем полностью поменять. Это круто. Только единственное, что нам бы поменять под стилистику пальм там что-то так. О, песчаник, смотри, отлично, да? Вот такой тогда у нас он и будет идти. Это какой у нас пустой путь? О, отлично, из бетона, правда. Песчаник, блин, ну да. Слушай, а оранжевый что? Нет, не то.
Нет, давайте, да, все-таки бетон, он как-то здесь будет лучше смотреться. Не знаю даже, как это объяснить. А вот, кстати, вот это что такое? Какая-то космическая, земля прямо. Да. Так, очередь. Как нам сделаем с вами очередь? Ну, здесь, в принципе, пока что у нас не очень много народу, поэтому будем делать вот такие, в принципе, классические наши очередюльки. Так, дальше нам потребуется путь. И путь мы отсюда его как раз-таки сюда навернем. Вот так вот. Отлично. Слегка немножечко сейчас завернем его. Вот таким вот образом сделаем, да? И нам надо с вами еще сделать выход. Точно так же. Только единственное, конечно, толщина что-то прямо очень большая. С одной стороны, казалось бы, 5 метров более чем хватает, а с другой стороны, ну, блин. Как-то очень широко. Хотя потом будем сами страдать, если будут маленькие дорожки, но все же. Ладно, эту штуку мы сами запускаем. Так, где у нас тест сначала провести? Ну-ка, сейчас посмотрим. Блин, на самом деле, катался на похожем аттракционе у нас в Петербурге. Это, конечно, такая еще блеванюха, я вам скажу. Ну-ка, если посмотреть. Нет, давайте все-таки отсюда. Они там солнышко должны делать. Мне бы голову повернуть, интересно. Вообще, это... О, ну, это не живые люди, эти манекены. Блин, с ними не так эпично. Когда катаешься с живыми, ну тут прямо вообще... Они, кто-то истерит, кто-то блюет. Это, мать его, круто. Так, о, это нормально. О, слушай, вот прямо как-то даже передается. Прямо передается вот эта вся моща. Он первый паровозик уехал, а мы оборот сделали. Ты серьезно, ты смотри, а? Нас-то уже раскрутили, нас-то уже по полной крутят. Отлично, отлично. Так, я думаю, короче, можно сюда спрыгивать уже. Давайте открывать его для наших гостей. Испытание, что, 4.6 у нас волнение, страх и тошнота. Блин, тошнота, да. Это, вот, смотри, это наши первые смельчаки пошли. Да? Красавцы. Так, а что у нас по стоимости билета, кстати? Билет $7, ну давайте хотя бы 7.50 сделаем. Ну, как говорится, копейку рубль бережет. Пока там у нас люди заполняются, ты посмотри, короче, большое количество людей идет. Но я забыл, у нас вход-то с вами бесплатный. Кстати, парк называется Play Park. Давайте сделаем подешевле проход, попрошу $2. Будет их устраивать? Так, $2 их устроило, смотри, а? Да, 3 дофига, а по $2 пока не готовы платить. Нам хоть какие-то прибыли дополнительные нужны. Смотри, кто-то развернулся, семейный, да? Блин, семья вернулась, дети вернулись. О, дети — это наши потенциальные покупатели сладкой ваты и прочей фигни. Хорошо, сделаем по доллару, пока не будем бразовать. Тогда ставим стандартный для каждого гостя 2, а семейный, если с детьми, идут по доллару. Сейчас $3 должно упасть с них, да? Ну, типа, ну почти, да, должно было, но они, видишь, не стали заходить. Так, а это у нас, блин, ты уверен, что ты к нам надо? Тебе, может быть, спортзал лучше свалить, блин, а, подруга? Ха, идет кататься она, гамбургер есть. Ты смотри, сколько срача здесь, офигеть. Ну что ж, блин, к сожалению, не целиком у нас это забилось все. Но ладно, мы сейчас посмотрим, как вы нас тут будете истерить. Так, где у нас люди? О! Блин, а как-то по-другому это с вами можно на вас посмотреть? Во! Так куда лучше? Давай, блин. Ой, вы сейчас охренеете. Ой, вы сейчас охренеете за то, что вы сели одни. О, ты смотри, короче. Мне кажется, что бабки, короче, зубы вывалятся. Отвечаю, ставная челюсть ее. Слушай, кстати, как вот вообще можно кататься на таких аттракционах в кепке, в очках? Я вообще не представляю. Блин, почему, братан, ты не захотел просто все это дело все снять? Смотри, он причем, кстати, не один, их тут двое. А ну-кась. Воу, нормально. Так, это я селился в кого? Это я в бабку селился, серьезно? Жесть, о боже. Слушай, ну укачать-то по полной здесь на самом деле. Как делать нефиг. Единственное, давайте поставим только в настройках, чтобы у нас... Так, чтобы у нас сюда не заходили. Так, ну хотя бы как минимум полная загрузка была. Потому что смотри, очередь скопилась, а четверо, короче, товарищи катаются. Да уж. Так, это у нас вход. Где у нас находится? А, вот загрузка. Полная нагрузка. Отлично. Вот таким вот образом. Да, отлично. Смотри, как он уколбасился, его аж трясло, короче, вот усача. Он сейчас описывается, реально. Кстати, по поводу описывается, нам нужны уборщики и все остальные. Ну, смотри, сейчас народу просто сейчас толпа сюда забежит. Причем такая очень хорошая толпа. Ну-ка.
Блин, мусор-то сколько начинает, слышишь, появляться-то. Вот тебе поставил гамбургер, называется. Ну ладно, это мы, это поправимое все. У нас парк маленький, это все дело мы сами уберем. 5000 миллионов раз. Давай, толпа. Ворвались, короче, на единственный аттракцион. Кстати, вот, наверное, самое сыкотное, это здесь сидеть, короче, все-таки спереди. Вот здесь сидишь, ну, здесь просто получаешь, наверное, эти именно эмоции в плане того, что, ну, тебя колбасит, и ты находишься в некой абстракции. Единственная проблема не болевануть-то соседа. На ютубе, кстати, очень много роликов, связанных с такой тематикой, где там девочка какая-нибудь, там, и там соседа, короче, по полной программе вывернул все, что было на завтрак. Ты смотри, да, денежки, главное, пошли, и это радует. У нас с вами, кстати, есть пиратский туалет. Вот такой он, вот так у нас он с вами выглядит. Поэтому давайте-ка мы сейчас его с вами где-нибудь здесь и поставим. Только вот вопрос, где? Может быть, это вот тут сбоку, прямо около кафешек, чтобы, знаете, далеко. Хотя при входе туалет, ну такая себе петруха. Давайте, кстати, его где-нибудь тут сделаем. Тем более у нас здесь дорожка, наверное, больше не... Хотя у нас здесь дорожка, может быть, все-таки пойдет. Кто знает. А, вот здесь можно сделать, теоретически, смотри. Да, напротив. Вот тут его забабахать, хотя нет, такая, если честно, за такая задумка. Вот здесь около горы можно. Да, кстати, здесь у нас как раз ничего не будет под ней. Мы ее потом пальмами окутаем, и будет вообще по красоте, правильно? Правильно. Вот, здесь мы его поставили. Так, по поводу стоимости, ну давайте хотя бы, пускай будет, блин, на 50 центов хотя бы будет, пускай, чтобы окупалось затраты наших уборщиков, да. Также нам нужны декорации с вами. Ну, полная декорация. Это будет прямо-таки отдельными у нас с вами сериями все сделано. Нам потребуется сначала сейчас с вами мусорки. Вот, пиратские мусорки, отлично. Вот сюда мы ее сейчас одну поставим. Одну поставим где-нибудь еще вот здесь. Также мусорки, естественно, около каждой из кафешки. Это без вариантов даже. Вот сюда мы ставим. Ты знаешь, сколько мусора там уже накидали, да? И около входа, естественно, в наши... Эти самые, как его называются-то, ну, на наши аттракционы. Так, туалет поставил, это скамейки наши пиратские. Так, кафешка. Давайте у кафешечек поставим парочку этих скамеек. Вот так вот сделаем. Вот, я думаю, этого будет пока что достаточно, правильно? Да. Так, ну и осталось нам с вами поставить нашего уборщика. Так, декорация магазина, вот, магазины и... Ну вот, staff management. Ну, здесь, наверное, все-таки вот такая у нас будет штука. Да, откуда у нас будут выходить, соответственно, наши сотрудники. Слушай, а ее где-нибудь здесь поставить вообще будет круто. Но, к сожалению, я думаю, да, они не смогут обойти ее. Хотя, с другой стороны, если мы ее сделаем вот таким вот образом, они смогут выходить через здесь, и мы сделаем круговую дорогу. Никому, в принципе, мешать не будет. А на заднем фоне как раз-таки будет крепость стоять. Слушай, а прикольно, почему нет? Почему бы и нет? Давайте попробуем это все реализовать. Вот так мы это сделаем. Правильно? Да, осталось только нам пути сюда затянуть. Вот так. А, слушай, она, кстати, может даже... Нет, здесь она не коснется. Давайте не будем того же здесь барашить это все. Спокойненько ее вот туда мы и проведем. Правильно? Да. Блин. Вот так вот. И как раз таки они около туалетов и будут появляться. Во, отлично, просто отлично. Смотри, сразу сортиры ломанули все. Так, по поводу уборки, сотрудники. Нужен став. Так, а где у нас тут, по-моему, тут нанимается, да? Сотрудник, нет, стоять. Сотрудник у нас нанимается не здесь, это в управлении парком. Исследование штат, вот, уборщики. Уборщики, вот у нас идут. Поставили одного товарища. И поставим давайте еще одного. Двоих, я думаю, будет пока нам достаточно, правильно? Да? Вот, он сразу начал нормально убираться. Не то, что, короче, наши товарищи, которые у нас находятся в Золотайкуне, да, где они просто ходят с этими метлами и нифигашеньки не делают. Отлично. Слушай, а нормально парк народу-то подвалил. О, и скамеечки как отлично зашли. Ты сики, а? Пачанчики, вон сели, сидят, балдеют. Так, а чем мы тут закрылись? Что это вдруг? Так. Что-то у них тут произошло. Может, туалет она ушла, скорее всего, да? Да. Так, единственное, надо глянуть в управление парком. Штат. Это те, которые у нас есть. Нет, стоп. Это вот они выходят. Они... А куда она пошла, интересно? Сейчас мы посмотрим. Рабочая нагрузка низкая. Так, моя оплата справедлива. Бла-бла-бла, короче, энергия. Она устала. Она, скорее всего, пошла в комнату став, да? Потому что информации об увольнении вроде не было.
Так, комната, став билдинг. Сейчас мы посмотрим, куда она сваливает. Она пошла, по-моему, парк наблюдать, слышишь? Вместо того, чтобы работать. Этот работает? Они все закрылись. Серьезно? Сейчас, ну-ка, давай посмотрим еще раз. Так, они... Блин, сори, они, походу, все-таки, да, они, походу, пошли в комнату. Сейчас мы этот момент попробуем сейчас узнать. Ну-ка, давайте ускорение сделаем. Да, они пошли отдыхать, короче. Они уже пошли в комнату. Ну, ладно, окей. Они пошли отдыхать, и мы будем отдыхать. Ребятки, тогда на этом серию мы с вами заканчиваем. Вот такое вот у нас с вами получилось начало. Если ждать продолжение, обязательно пишите в комментариях что-нибудь, что хотите увидеть, чтобы у нас было в парке. Не забывайте втыкать ролику лайкосик. Ну и не забывайте, самое главное, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А с вами был дядя Сережа Плей. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.